К другим темам. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел посетил Пытьях. Архипастырь совершил божественную литургию и заложил храм в честь святых Петра и Февронии Муромских, а также принял участие в круглом столе в администрации города. Подробности визита смотрите в сюжете наших коллег. Сегодняшний благовест известил христиан Пытьяха о начале службы, которую провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Первыми в стенах храма поприветствовали владыку, глава города Пытьяха Александр Морозов, председатель Думы Олег Шевченко и представители движения «Югра. Молодая православная». Основной целью визита митрополита в Пытьях стала закладка камня на месте строительства нового храма в честь святых Петра и Февронии. Один храм в городе, конечно, нам не хватает православным. И город очень, скажем, разбросанный, в этой части совсем ничего нету. Поэтому, конечно, здесь необходим храм. Вот такой визит мой, такой многосоставной, и с праздниками поздравить, разделить молитву общую, поздравить всех и разделить радость от закладки храма. По замыслу проекта храм станет новой визитной карточкой нашего города. Его строительство начнется после решения одного из самых сложных вопросов – финансирования. Само возведение займет около 14 месяцев. Строительство начнется в этом году, планируем начать. И я думаю, что я, как и все жители города, очень рад этому началу нового строительства. Ну и прилегающая территория, она будет благоустроена. Храм здесь будет небольшой. Общая как бы площадь 200 с лишним квадратных метров, 240 по проекту. Но это с учетом двух этажей. Центральная часть храма 96 квадратных метров. То есть это достаточно небольшой храм. Ну, он будет зато очень красивым. Наряду с возведением новой церкви в будущем будут сданы новые объекты. Это школа-сад на 550 мест и досугово-спортивный комплекс. Строительство храма – важное событие для города и, конечно же, для верующих Пытьяха. Очень радостно то, что именно Петра Февронии, так как они покровители семьи, а тут очень много молодых семей. Дай Бог, чтобы духовный рост был. Оказать посильную помощь в строительстве храма может любой желающий. Продолжился визит митрополита Павла в администрации Пытьяха. Здесь прошел круглый стол.